На эфире начала миссии, дорогие друзья, передаю привет Кристине Флей, сыну подъезда, гороху стрелу 228, Вове Попову, кружке Аболу, ну и, конечно же, легенде Легендовичу, привет, Саныч, привет, Сосмине, и всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Паша, и сегодняшнее видео буду облизывать батареи в квартире. У этой батареи 10 ячеек, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. На каждую из них рассчитано 12 тысяч кредитов, так как они снабжены охлаждением в летнее время года. Такие батареи, как у меня, дорогие друзья, в среднем служат 60 лет. После 60 лет они, к сожалению, протекают, и дом превращается в Венецию. Но в этом есть плюсы и минусы, как у этой батарейки. И вы меня, конечно, сейчас спросите, Паша, а почему батарея висит на стене, а не на потолке? А я вам отвечу по-качину. Батарея, на мой взгляд, очень классный прибор. К ней примагничиваются даже магнитики. Вот, смотрите. Ну а теперь, дорогие друзья, мы приступим облизывать батарею. Давайте начнем. Облизываем. Но она теплая. Все дело в том, что на улице похолодало. Облизываем дальше. Ну еще можно облизнуть с другой стороны. Вот. Ну ладно, дорогие друзья, вот я облизнул батарею в квартире. Честно, я не ожидал, что она настолько теплая. Если вы хотите, приходите ко мне домой и облизывайте. Я вам желаю крепкого здоровья, счастья, лучше. Всем удачи, храни вас Господь и Аллах, и всем пока, дорогие друзья.